Баку и Анкара интенсивно развивают сотрудничество и партнерство на высоком уровне. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Акифом Чагатаем Кылычем. Джейхун Байрамов проинформировал собеседников о новой постконфликтной ситуации в области безопасности, подчеркнув, что турецко-российский совместный мониторинговый центр является частью этого формата безопасности. В ходе беседы также говорилось о процессе постконфликтного восстановления и строительства, а также минной опасности, безопасности, являющейся одной из самых серьезных угроз, с которыми сталкивается регион, а также об участии Турции в процессе разминирования.